День добрых дел. Представьте, что у вас на руках толстые зимние перчатки, и вам нужно застегнуть пуговицу. Это будет непросто, правда? 11-летний Вадим чувствует так себя постоянно. Ему непросто управлять своим телом, но он очень старается. Вадик – единственный долгожданный сын в семье. Он родился крепким и здоровым, их с мамой быстро выписали из роддома. Но со временем все сильнее становилось заметно отставание в развитии. Ребенок долго не мог научиться ползать и ходить. И в полтора года у Вадима было выявлено органическое поражение мозга. Сейчас Вадик уже, конечно, ходит, но так и не научился говорить. Мама общается с ним песнями и стихами. Кажется, так он лучше понимает ее. Музыка помогает переключить внимание, отвлечь, когда расстроен. Ритмы стихов Вадика очень веселит. Он часто просит повторить любимые стихи, как будто заучивает их. Когда у соседей был ремонт, и они включили дрель, он насторожился. Мама сходу сочинила. Дядя громко зажужжал, Вадик сразу задрожал. Вадим засмеялся, и сразу стало не страшно. Мама не ждет чуда, небывалого скачка в развитии сына, но и не допускает грустных мыслей. Она спокойно наблюдает, как растет мальчик. Вадим ходит на занятия в Центр поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорогу и добра». Там его учат общаться без слов, выполнять простые действия и смотреть на мир без страха и непонимания. Но без нашей помощи Вадиму и другим ребятам, которые приходят вместе с ним на занятия, не справится. Чтобы центр продолжал работу, в год нужно 3 миллиона рублей. Давайте вместе соберем десятую часть необходимой суммы – 300 тысяч рублей. И тогда особые ребята смогут расти и развиваться наравне со сверстниками, ходить в детский сад и школу, радовать родителей и педагогов своими маленькими, но такими важными успехами. Отправьте СМС на номер 3443 с текстом «Ребята» и через пробел сумма пожертвования цифрами. Например, «Ребята 100» и обязательно не забудьте подтвердить платеж в ответном СМС. 3443. Вместе мы изменим жизнь особых детей к лучшему.